Короче, испанцы не предлагают какую-то странную штуку, очень похожую на запаренную марихуану в кипятке. Я не знаю, что это. Я боюсь это пробовать, но... This is marijuana. Look. Фух, ребята, то есть вы понимаете, это какой-то пиздец, но я попробую это. But you need with this. From this? Yeah. Okay. Это надо еще пить через трубочку. Чем железную трубочку, которая, видимо, сначала курят, а потом сначала курят, а потом пьют. То есть я не знаю. Хорошая марихуана. Неплохо. Я надеюсь, я паспортный контроль пройду потом. После этого паспортный контроль.